после того, как я попытался выйти со двора, у меня запись прервалась почему-то. Не знаю почему, но ладно, ничего страшного, я просто вышел из дома, пошел на крик в ту калитку, и вот оказался здесь, как я понимаю. Мы прошли через лес куда-то, я вообще не понял, что произошло на самом деле. Ах, господи, открытая местность, как это печально, но почему нельзя было просто остаться, переночевать дома, блядь, дождаться утра и пойти на поиски, хотя бы щись там, блядь, целый день. И все. Зачем сейчас-то, господи, зачем ночью? Все это, конечно, хорошо, но не для меня. Ну и где мы оказались? Мы оказались... Блин, почему-то игра лагает, не знаю, дергается почему-то. Мы оказались на берегу какого-то озера. Скорее всего, или пруда. Не, скорее всего, озеро это. Конечно же. Так. Что мы видим? Мы видим что-то горящее. Да, в воде пойдем, наверное, поближе. Вот даже в воду можно заходить немного. Да, игра дергается почему-то. Не знаю почему. Так, это лодка. По всей видимости. Бля, да кто здесь ходит, господи, да... А, да чего же стрёмно-то, бля. Не знаю, куда пойти-то. Значит, в гору туда, в лес или туда. Наверное, фаер оставил. Ну и фаер, не фаер, сигнальную ракету оставил нашей подругой. Блин, пошли прямо, господи. Чего уж тянуть. Свет, я вижу свет. Блядь, пожалуйста. Быстрее. Пришли, видимо, на какой-то завод, я не знаю. Блин, господи, беги. Нет, такие местности мне определенно не нравятся. Вообще никакой не зовут, господи. Да. Так, там тоже фонарик, я вижу. Убери ты эту камеру. Нет, оставь. Просто какие-то ящики. Бля, сквозь деревья идти, это вообще плохая идея. В лесу один. О, боже. Паника. Так, мы видим автомобиль. Почему так камера дергается, я не пойму. Автомобиль, у нас ничего нет. Ладно, идем к вышке. Идем к вышке. Очень страшно оглядываться назад. Но я не могу. Тупо не могу не оглядываться. Так, еще одна записка. Одна из восьми, отлично. Начинается. Понеслась по кочкам наша. Высокая трава. Господи, как будто она выше меня там раза в три. Какие-то огороды. Пипец. Бежим. Я даже вообще видеть его не хочу, господи, мне и так страшно. Так, справа кто-то от нас идет, да? Вы слышите же? Прям, ну это не мои шаги. Это просто-напросто не мои шаги. Просто начал пиздоболить я. Не по теме. Нет, назад я не хочу теперь оглядываться, это уже точно. Просто он где-то рядом. Это печально осознавать, так как я вообще заблудился уже. Мой мозг просто не понимает, куда он, в каком направлении нам идти. Еще эта тупая камера лагает. Так, вторая записка. Окей, ладно, я не понял темы. Даже не хочу там
стоять. Вижу дом. Дом. Ёпрасоте. Нет, это не дом. Вот оно что. Мы оказались в первой части игры, что ли? Блин. То, что те контейнеры, блядь, контейнеры очень похожи на то, что мы оказались. То есть помните, да, то, что нашу главную героиню сожрали. Точнее, Слендер захватил ее в первой части. В самом первом, точнее, Слендере он ее все же захватил. По-моему, по этому лесу она и бродила. А может и нет. Может я уже все. У меня глюки. Но я никуда не хочу идти. Я не хочу идти на улицу. По всей видимости, тут записок нас не ожидает. Ни одной записки еще не вижу. Ну, это ничего страшного. И чем больше записок, тем больше активность Слендера. Почему так камера скачет, я не пойму. Ай. Ладно. Ну ничего. Пока ничего страшного такого не происходит. Пока что вообще ничего не происходит. На самом деле. И это с одной стороны. Опа. С одной стороны. Хорошо. Так. Ладно, вон лодка. Все, я понял. Я пошел вот туда сначала, да? Потом пришел сюда. Так, какого хрена? Куда мне идти дальше? Не, ну как, блин, там ни одной записки нет. Блять, нет! Блять! Ёпрасоте, блять. Где я, ёпта? Я вообще не понимаю. Раз, два, блядь. Господи, Слендер. Так, что там горит? Я этого не видел, по-моему. Или видел. Просто не заметил, не обратил внимания. Нам в горы нельзя подняться, да? Не можно. Отлично. Нет, ничего отличного в этом нету. Что мы опять спускаемся к этой тухлой траве. Вот это вообще будет отлично, если он сейчас вылезет, я не знаю. Просто. Просто великолепно. Господи, не надо так делать. Маленький засранец. Да где? Нет. Он очень близко, наверное. Наверное, он очень близко. Блять, да это ж он! Ебанись! Бля, мне пиздец. Мне пиздец. Нет. Нет. Соберись. Господи! Блядь, беги! Беги, отстань от меня! Отвали, блядь! Ёпрасоте! Да куда бежать, блядь? И куда я прибежал? Опять туда, что ли? По всей видимости, да? Thank you.
Отстань, блядь, от меня. Козёл. Отстань нахер от меня, блядь. Господи, прыгай туда. Нет, он там. Он там, беги, блядь, беги. Пиздец. Всё, я вообще, я понятия не имею, куда идти. А нам надо еще 5 записок набрать. Нет. Каким-то образом. Нет. А, да, конечно, вот так выходить. Отлично, да и пошла ты в жопу. Опять мы прибежали к этой машине. Блять, он там. Ну он же там, по-моему. Я, конечно... Записки мы нашли, окей. Чё дальше-то? Ну, бегает этот говнюк за нами. Ну, как пройти туда, блядь? Ну? Ну, то есть вообще никак не проходим туда, да? Мне показалось... Дерево только что выросло. Вообще пипец, блядь. Беги. Я знаю, короче, что нам сделать. Нет, я не знаю, что нам сделать. Я вообще не понимаю, что происходит. Отстань от меня, блядь. Мы убежали, мы убежали. Пожалуйста, эту серию, блядь. Блядь. Мы опять пришли.
со мной, блядь. Да, пиздец. Так, ладно, короче, ставлю здесь на паузу. Пожалуй. Я не могу, мне еще осталось найти 5 страниц, я вообще понятия не имею, где их искать. Скорее всего, мы пройдемся еще по тем контейнерам в следующий раз. И заглянем все же, постараемся заглянуть все же по тем комнатам, по чьим в том здании. Но нам просто Слендер этого не дает сделать уже. И, господи, это реально страшно, и я прошу извинения, блядь. Прошу прощения за свой мат вообще в этой серии, потому что ненавижу Слендера. Это, блин, не знаю, стрёмная для меня лично это стрёмная игра, так что оставайтесь на канале, мы будем проходить и далее Слендер возвращением. И я думаю, все же мы найдем в конце концов нашу подругу. Все, до встречи в следующей серии. Всем счастливо. Счастливо. Всем пока.